Добрый день, друзья, дорогие, меня зовут Алекс, рядом со мной стоит Олег, мы по-прежнему рядом с контейнерами, именно рядом с ними, мы опять их будем открывать. Погнали, смотри, есть дубайские, да. Значит, смотри. Короче, мы сегодня что, опять по автомобилям, да, насколько я понимаю? Да. Да, мы сегодня опять по тачкам. Ну давай, Олег, сначала ты. Ну давай. Как обычно, 12 лямов? Как 12? Обычно? Ну... А, подожди, или это, нет, я... это 12, да, Никита, это 13. Никита, тащите, блядь! Это 12. Вот это уже точно 12. Это уже 13. Лежу, блядь. Уже 13, уже 13 лямов. Никто не перекупает. Что здесь может быть? Бля, ламба. Ламба. В эмиратских только ламба. Проверяй, Чирон. Феррек, Феррек. Тон мне отдавай. Да, выбери Порше. Ламборгини, Авентадор, чекай. Чирон будет. Так Авентадоры уже были, подожди. Уже Авентадоры уже бывали у нас тут. Может, Бэха. Бля, 13. Не, бэхи, наверное, вряд ли будут. Ну, а кто знает? Всех Олегов, пошел. Поехали. Давай. Ну что, открываем, погнали. Ой, я уже Феррари, вижу. Феррари. Я же говорю. Бля, такая же, подожди. У меня такая уже есть. Мне вторая не надо. Уже есть. Продать в порту. Нифига, продавай ее, продавай. Продавай ее в порту. 8 миллионов 140 тысяч я получил. Так, слушай, а может мы будем, может мы больше не будем контейнера или... открывать. Нет, именно из арабских эмиратов. Пойдем нет, откроем из Америки. Да. Я просто смотрю, видишь, арабские, зеленые техника. Это эмиратские. Вот. Европейские, а вот это Европейский мебель, союз это мебель. Вот, вот тут, по-моему. Что, там пишется антиквариат, транспорт. Я вижу сейчас. Что здесь? Антиквариат. Не, Алекс, смотри. А вон USA, по-моему, в начале, смотри. Вот. Транспорт. Вот американская за 5 миллионов. Вот. Вот, вот, бегу. Ага. Давай. Бегу. Так, вот, что у нас? 5500. Давай, давай. Ой, так, чтобы немного было. Хочешь, я у тебя ее могу перекупить? Наебалово, да? Можешь перекупить, я успею перекупить у тебя обратно. Не надо. Я пока подэкономлю немножко денег. Так, слушай, я, ну раз эта тачка американская, даже не знаю, что... Американская, ну, Dodge, Ford, что там, Cadillac какой-нибудь может быть. Может, Ford, кстати говоря. Может быть, даже Ford. За всех Олегов. Топи. Я думаю, что у тебя там Форд. Думаешь, Фордец у меня там, да? Фордец. Фордец, ну что? Поехали. Поехали, давай. Гелик, думаешь? Бля, у X5 уже был. О, да у тебя уже такой был, да. X, сколько оценивается? 3 миллиона. За 3 ляма? Ставить себе, продать в порту. Не, я хочу что-то уникальное, понимаешь? Ну, то есть, X5, Бэху, мы можем это все тут купить, как бы, оно все есть. Так, тогда ждем, стоим, да, здесь вот. Тут, короче говоря, с контейнерами все так, хорошо. Смотри, тут я уже открывал, твоя очередь, давай. Так, а это что у нас? Открой. Арабские Эмираты опять, да. Вот опять с автомобилями, смотри. 12 лямов, смотри. Ну, давай, за тренажку ставь, давай. Ну, давай, давай, за 13 попробуй купить. Да. А можно перебить меня, пожалуйста? Откуда опять из Арабских Эмиратов? Попробуй, он же перебьет в обратку. Да я шучу, у меня нет денег. Окуп, пацаны, окуп. Чё, пацаны, кто думает, что там такое за тачка? Ну смотри, во-первых, тут будет кибертрак, и еще сверху Ламборгини Авентадор, и сейчас снизу будет этот самый. Чирон, тупо Чирон. Блин, да хорошо бы. Хорошо бы кибертрак был бы. Сверху я люблю сверху. Кибертрак? А ты же не возьмешь его, у тебя же места нет. 3 секунды, стой. Я уже съел эту машину, у меня есть место еще. Ну чё, я открываю. Открывай, давай. Открывай. Ну чё там? Кибертрак. Блядь, опять Феррари, у меня же такая была. В жизни люди не говорили, блядь, опять Феррари. Я сейчас удивил всех, наверное. Я ее продал за 8 лямов там с небольшим. Ну ладно, хорошо, предположим. Вот, опять американский контейнер, Олег, смотри. Так, давай теперь. Американский контейнер. Ну тут никто ничего не покупает, ты заметь, да? То есть только у вас особо денег нет. Смотри, за 5,5 ляма? Давай. Давай 6 лямов. Я 6 лямчиков взял. Я хотел бы кибертрак. Именно в своем владении. Да, чтобы кстати было, говоря. Это было бы тема. Или конечно. Теслу. А Тесла, кстати говоря, был бы тоже неплохо. Да, ты можешь спросить, пацанов, Тесла тут бывает вообще? Попадается? Но если это контейнер да, из Америки, то... Автомат Е-47 АК, сука. А там Тесла, Тесла. Да, Е. Ставим на то, что там ребята Тесла. Сука, это на века. Блять. Только не говнорэп, пожалуйста. Ну, чувак ходит, рэп читает, нормально, да. Блять, я даже убежал оттуда. Бля. Олежа, давай, Олежа. О, что там, что там? А, ну что, опять? Нормально, что опять, в смысле? Разнообразим как-то этот контейнер у нас... Не, надо дубайский открывать. Там, походу, пожирнее будет лут. Так, подожди. Вот с Почты России пришел контейнер, смотри. О, пацаны стоят, смотри. Там недорогая одежда, поэтому они там и стоят. А что здесь? Причем всего за 92 тысячи, по-моему, да? Купили? Блять, уже все раскупили.
Смотри, за 95 кто-то пытается его, блядь, перекупить. Ну так, там суммы небольшие, тут миллионами, блядь, орудуют. Подожди, тут сейчас опять поедет контейнер. Интересно, жду. Откуда будет на это? Жду. Тут хоть либо из Арабских Эмиратов... Нет, ну подожди. Мы сегодня решили опять же открывать... Может, дом? Я пойду открою с техникой. Вертолет розовый, вертолет розовый был так что, по-моему. Ну, я хочу еще машину. Есть? О, вот, Дубай. Ну опять Дубай, смотри. 12? Сколько? 12 лямов опять, да? Ну давай, давай, давай. Там пацаны что-то столпились, блядь, вертолет розовый прилетел. Давай, Лешенька, топим. Блядь, громкий вертолет пролетел розовый. Пацаны торговаться прилетели. Бля, реально. Нормально, да? А прикинь, сейчас какие-нибудь олигархи прилетят. Пятнашку там, 20 лямов для них, вообще просто, блядь, карманные деньги. Расход, молодая, расход. Ой, как громкий вертолет. Какой громкий вертолет, а? В курсе, что видео звонка ВКонтакте есть маски. Я очень сейчас. О, поехали. Давай, давай, открывай, открывай. Это большая машина. Это Rolls-Royce, насколько я понимаю. Не, она классная, только она белая будет, да? Будет белая, да. Сколько, блядь, 13 миллионов она, господи. Подожди, ты хочешь ее продать? Да, хочу продать. Давай. Ну, выглядит она хорошо, да, согласен? Мне за нее дали 9 миллионов 360 тысяч. Давай. 9 лямов. Ну, 9 лямов. Много, кстати, я говорю, да, ну, давай. Государственная на 20%. Делаем ставки, так, разыгрывается, Олег. Спасибо. Прекрасно. Слушай, а вот там тоже, кстати говоря, автомобильный, блядь, как... Вот где этот автомобиль? Вот там, где стоит дама, смотри. Ну, он сейчас пропал, а вообще, в принципе, вот тут, где женщина стоит. Слушай, может, тут, короче, как-то заглушить можно? Он, да, вот мне тоже как... Блядь. Ребят, чей это вертолет? Можно как-нибудь двигатель? Хера не слышу. Ну, я попросил. Нормально. О, спасибо, спасибо. Неужели? Спасибо. Вот контейнер, смотри. Открываем арабский. Российская Федерация транспорт. За 30 лямов. 30 лямов? Уже 3? Леза! А, Леза! А, или 3, 3, 3, господи. Почему у меня стрим такие завышенные? Не затащит. За 300? Нет, я перекуплю. Что самое уникальное здесь выпадает? За 3200. Опа. Я перекупил. Тачка, я понял, так, что тачка. Олег, я перекупил у Ольги. Эсочку. Давай, Оль. Эсочку? Сможешь меня перебить? Друзья, а что там давай. Торгуешь-то? Подожди, давай по очереди. Я торгуюсь, это я тут женщин торгуюсь, тут с Ольгой. Поехали, пацаны. Смотрим, что там у нас выпало. О, подожди, тоже гелик, все. Вот это да. 3200. Я перекупил у Оли контейнер. Красиво, красиво. Три, да, для девочки. Идеально, одна. Блядь. У меня гелик выпал. Да. Я за 3 миллиона перекупил контейнер у Оли. Сейчас. Олег, где я буду? Глянешь, как я буду открывать? Иди сюда. Иду. Вот там, где вертолет. Где вертолет и женщина стоит, у которой я перекупил контейнер. Блядь, нихуя себе, мне машина выпала. Какая? Это не гелик, это пиздец. Сейчас, хорошо, давай, что у тебя здесь? Давай, ты, Алик, сейчас посмотрим. Ты знаешь босса какого-то? Открывай, что там, ты перекупил у девчонки? Да что ты, блин! Нифига себе! О, вот это удача! Красава, молодец! Садышник, блядь, ездил на ней. Вот это да! Нет, ребята, такую я, пожалуй, продал. Отпиздить. Сколько? 2 миллиона 200. Всё, надо отпиздить. Эй, я в контейнере застрял! Иди сейчас пропадет. Смотри, иди сюда, посмотри, что мне выпало. Посмотри на это, пиздец. Ты охуеешь просто. Иди сюда. Где ты? Ну, блядь, там, где твоя машина, где Порше твой был. Там же. А, где был мой Порше. Ух ты, нихера, твоя? Это брат, давай. Нихера, это танк. Вот это. У тебя тут номеров нет, ты в курсе, что она еще даже без... Это же моя, да? Или нет? Ни хрена, ты что, твоя тачка? Да, это моя, подожди, это моя ласточка. Тачка Олега, ты че, не вспоминаешь, что ли, или что? Нормально, все, он мне и сказал, что ты его тачка. Это моя машина. Окупился, если... А откуда ты выбил ее, подожди? Откуда ты его? Вот отсюда, да? Слушай, я не скажу, по-моему, арабский был. За 12 лямов. Арабский, да? Арабский? Да. За сколько, 13? Ну смотри, тут еще один. Смотри. 13 поставил. Ну смотри, Олег, тут есть еще один контейнер. Ну, блядь. За 5 сколько лямов стоит нормально. Вообще так, я там просмотрел. А, Евросоюз, она, стоп! А ты Карпат. Евросоюз, за 5600. Олег, я контейнер себе купил за 5600. И свой ID. Вот, ID, я прям... ID, 3, бля, у меня еще ID мажорный, нахуй. Так, Mercedes G65, выбрать... Все. 5600, я открываю контейнер и... Стоимость 18 миллионов.
рублях. Угу. Получается. Ку-ку-ку-ку-ку. Даже не знаю, что там может быть. 18 лямчиков на госе. Сколько? 18 миллионов госцена. Все, Олег, я открываю контейнер. Олег. Блять, смотри. Открывай, давай. Выигрыш. Давай. Открывай. Погнали, смотри. Опа. Что из там? Евросоюза пришел как-то. Это что? Нормально, это же этот Додж. Я не знаю, верно, да. По-моему, что такая. Не повезло. Я ее продам. Продать порту? Продаю. За 3 ляма продал. Нормально. Ты, да что подожди. Это же классика, блядь. Додж это классика, согласен. Нахуяная машина, между прочим. Слушай, у тебя такая хуйня. Не, ну ты просто ебаный танк, нахуй. Пиздец, нахуй. Блядь, она просто, это как маршрутка, нахуй. Смотри, тут можно... Подожди, вот я у дамы уже, блядь, перекупил один контейнер. Давай я... Слушай, а перекупай у них. Патроны. А, уже не успел, уже не успел. Че, Мерин. Мерин тоже хорошо, Мерин тоже классика. Мерин тоже неплохо, да. Пошли, у кого-то перекупим. Лёха, где люди стоят? Давай. Давай. Пойдем, покажу контейнер, где ты откроешь и выбьешь вообще миллиард долларов. Давай, побежим. Ну ладно, давай. Че, наебало. Мы его уже искали, я помню. Давай, я тут. Подожди, а за кем я бегу-то, за кем? Вон, с уткой, с носом. А, с уткой? С уткой. Подожди, где? Где утка? Сейчас, смотрите. Где, братан, ты? А, вот это, да? Он прям вангу. Он разговаривает, ты его услышишь, да. Да, вот, да, все нашел. Так я уже тут был, я уже выбивал тут. Даже я уже открывал, я сейчас появится. Я боюсь представить, что там Почта России доставила. Что там лет 100 назад там тоже отправили, пойдем, может быть. Оно типа как антикварное. Письма! Жалобы, репорты, потерявшиеся посылки, блядь. Вот там репорты. Вот сейчас на этом месте, где я сейчас стою, вот появится контейнер за миллиарды долларов, который ты окупишь, я просто не могу. Это я вангую, я просто место ванга. Окей, окей, я тебе верю. Сейчас посмотрим. Да меня по жизни узнают, вы о чем. Окей. Ждем этот контейнер за миллиард баксов. Все пришли, блядь, все. Посмотреть, как ты будешь окупать. За миллиард. Вы борда заработал денег. Ну не моя жопа, но моя. Блядь, что ж такое? Я смотрю, чувак, какой-то музыкант покупал. Да, конечно. Блять, я не могу забраться... О, нормально. Что, там появились контейнеры, нет? Нет, я вообще не вижу никаких контейнеров. Народу даже дальнобой... Блять, да ладно, кончилось, халява, ты смотри. Контейнеров-то больше нету, все. Кончились контейнеры, смотри. В смысле? Вообще нету, я тебе говорю, все. Офигенно. Да, закончились контейнеры. Где написано, где ты прочитал? Ну, ты их видишь? Ну так может не подгрузили еще? Да не, вряд ли. Растаможка идет? Растаможка идет. Че, откуда ты знаешь? Пацаны, а все, халява закончилось по ходу дела, да? Контейнеров-то сегодня больше не будет? Надеюсь, нет, подожди. А, нет? Ну окей, ладно. Ковалевский, давай контейнер. Нихуя себе, блядь. Нормально. Жалко, что вертолет тут не может выпасть, да? Блядь, так предположим. Вот это надо было сюда сразу изначально. Конечно, действительно. Мы бы тут затусили бы надолго. Ну, за 30 лямов у меня есть, нормально. Ты прикинь, я выбил, машина стоила 13 в контейнере, а в госцена 19, по-моему. Там вот сидит, да. Вот отвечаю, смотри, кто первый раз сюда приходит, поднимает пиздец бабки. Мы в Казаке уже были. О! Появились, появились, быстрее! Мы в контейнере! Быстрее, быстрее, покупай! Интересно! Так, за 3500! Блять, что-то я не подошел. Ай, не глядя. Похер что, блядь. О, есть, да, за 3600, подожди. То есть вы внутри видите машину, которая там? Нет, мы не видим. А он пустой. Это наебало. Так, подожди. Так, Алекс, быстрее, давай что-нибудь топовое. Вот, я за 3 миллиона 600. Алекс, ты хочешь скажу, что это? Купи игроков в контейнере. Ты нолика машин. Ты че, ёбаный? Игроков в контейнере купить хочешь? Там ничего нет. Там ошибся. В смысле, столиком ошибся? Лёха, тут Ламборгини мы видим. Лёха, тут Ламборгини. Да ладно. Ламборгини. Встаньте на ёбу. Какой Ламборгини, блядь? По-моему, какое-то наебалово чувствую я. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я тебе отвечаю. Пацаны, я открываю, пацаны. Они внутри там заперты. Тут кабан, короче. Тут кабан, Лёха. Вот, кабан. Ну, это все прекрасно, конечно, но... Я бы этого кабана, видимо, еще для Саши Белого, блядь, из бригады. Да. Слушай, я продал его за 1 400 000. Пошли. Ну что, контейнера прогрузились? Пошли. Есть дубайские еще? Так, пацаны, пошли к дубайским. Что? Что надо? А он еще не подгрузился, это не тот. Это Почта России. Нет, там дубайский вон в той стороне, смотри, моя ламба. А, Феррари, точнее, сорян. Вот они стоят. Где ты видишь дубайский? Контейнер. Одежда. Подожди, нет, это не то. Одежда не надо. Одежда потом. Одежда, техника нам не нужна, это мы все потом будем. У нас подожди, один дома, а в дома надо интерьер. Будем антиквар скупать.
Ну, это мы потом будем все делать, да. Так, да, слушай, да, дубайских да, да. нет пока. Дубайских пока нет, дубайских да. нет. Чуваки, что-то стоят у Почты России. Евгений купил. А у Олега сколько он денег осталось? Олег, сколько у тебя осталось денег? 18 лямов. 18 лямов у него. 18, у тебя 30. А, Леша, да, да, да. Что-то у меня за 30 лямов не очень нормально. Я обновилась, подожди. Останется там лямов 5, и дохуя нормальный тачка. 5-600. Просто там поднимешь до 900 лямов. Где? Что он тебе рассказывает? Да в казино. В казино ты имеешь в виду? А, казики. А? Да, ну, ты имеешь что в казино? Ну, в казино мы просто уже ходили, мы там все проиграли. А, да, ходили уже? Да. А, тогда мы не поднимем. Это да. Тогда без проблем все. Ладно, тогда пока открываем вот этот контейнер. Это кто купил? Давай последний контейнер и серию. Давай. Мы закончим, чтобы насыщенно было прям. Ну, может, попозже сходим, кстати говоря. Какой ты хочешь открыть? Давай откроем, знаешь, какой? Давай. Скучно. Он уже появился, нет? Какой? А, нет. А, вот. А, нет, вот это, смотри. Вот, Олег, иди в... Но это вот не дубайский, это видишь, это Евросоюз. Я вижу. Евросоюз, это давай. Евросоюз. Успей быстрее. Давай, я куплю себе напоследок. Из Евросоюза сколько он стоит? 5600. 5600. Мы занимаем лучшие Всё. Места. Так, ребята. Оп, Европа. Опа, опа. Ребята, занимаем лучшие места. Ну, вангуйте, кто там? Какая машина? Что там? Ну, смотри, я Ванга, пожизненная, смотри. Так, так. И я... Вангую, что Алексу позитиву Tesla. Любит сегодня позитив. Или Тесла. Лучше бы Теслу, конечно. Это тебе не арабский. Подожди, Теслу надо из Америки, Тесла же... Ну да, я понимаю, что это из Америки. Ну а тут Тесла все выглядит и подкручивает, все же знают. Всем блогерам подкручивают. Подкручивают, это вряд ли. Так, ну я открываю. Опа. Опа, 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 опа. Ой, бля, ну это вы там, ребят, подкрутили прям, да? Да. Чё-то мне не подкрутили в этот раз. Ну ладно. Ну ладно. Хочешь, давай еще, давай последнюю какую-нибудь. Давай, я продам ее сейчас в порту, подожди. Точила была прям бомба. Так, Олег, давай, ты купи себе, давай. Я не буду, я уже все. А, ты не будешь, ты уже все. Подожди, какой контейнер? Ждем этого или идем к какому-нибудь другому? Ну смотри, я бегу к другому. Я бегу к другому, что тут у нас? Этот контейнер еще не появился. Ну, из Почты России как-то не очень хочется. Подожди. Выбирать себе контейнер. Ну, какой-нибудь жигу антикварную, чё бы не помешало. Текущая стоя. Пойдем. Они даже ведь начали, наверное, где-то. О, появились дубайские, дубайские. Вот, Дубай, вот он, да, вижу. Да все равно никто не перекупит, блядь. 12 лямов, 12 лямов, кто перекупит 12 лямов? 12 500. А ты где? Вот, я в начале. В самом начале стоишь? Да, вот. Я уже купил. Я уже купил, давай. Просто их тут несколько. Мерседес, который за 100 лямов точно. Вот это вот. Так, ну контейнер из Арабских Эмиратов. Есть смеренный по 100 лямов? Даже не знаю. Реально? Всем привет, дорогие друзья, с вами Николаша, и сегодня мы открываем Арабские Эмираты. Ля-ля-ля. Это было очень оригинально. Мы получим миллиардный окуп с данного кейса. 2 секунды. Две секунды. Опа! Мне даже интересно, что там может быть. Ну что, бля, о, тот, 5 Porsche. В начале, точнее, нет, тот, который, да, продавал. Понимаю. Ну я продам. Понимаю. Все так грустят. Тебе у нас Porsche выпал. Как грустно, да? Смотри, перекрасить. Кто бы когда подумал, что можно было взгрустнуть от Porsche, да? Ну ладно. Так, я продаю ее. Давай следующую. Сколько за 2 800 000 осталось? Вон там еще дубайский контейнер. О, что выпало? Ну, мы же хотели... Давай еще одну. Давай еще. Еще одну и все. О, обновилось. Так, подожди. Вот, дубайский. А, вот, USA. Вот, смотри, Олег, тут вначале появился USA. Подожди, вот девчонка стоит, и тут девчонка, арабские эти. Я у нее уже перекупал один раз. А я не могу. А, почему? Алекс, быстрее сюда. Да бегу. Он забраться не может. Сколько стоит? 12 миллионов. 200. Сколько? Это 12. А, 5, это, это 12. Вот это уже 12. Так они все по 12. Бля, 1 200 000. Ты представляешь себе машину за 1 200 000 из Эмиратов? 1 200 000, 12 за 5 есть. Тесла, Кибертрак. Да не будь там. Блин, Тесла была бы, ребята. Просто бомба была. Не, вряд ли. Это последняя, а эту последнюю и серию, короче, заканчиваем. Да, давай. Теслочка, что там нам выпадет? Какая интересная тема, да? Открывать контейнеры с машины. Итак, да. Ну, раньше в КС открывали. Так, ну 3 секунды. Давай. 3 секунды, 2 секунды. Ну, Тесла там вряд ли будет. Так, ну я открываю. И сектор приз. Ну-ка. Что-то он не стоит 12 лямов, нет? По-моему, тоже. Он, наверное, не стоит 12 лямов. Я не знаю, может, не... Сколько госцена, посмотри? А, посмотрю. 11 лямов. 11? Ну, тебе за 8, наверное, где-то продадут, да? Ты можешь продать его сразу? Да, в порту за 8. Могу. Давай, ладно. Хочешь еще одну, да? Хочется еще, нет, да? Ну... Слышишь, Лёха, хочешь ты побольше машин, типа, иметь?
Ну, мы только две машины можем иметь. Больше двух хочешь? Ну. Смотри, сейчас... Три тонны. Ты просто купишь себе VIP-голд за 7 лямов и все. А, ну сейчас попозже тогда, хорошо? Смотри, последний, давай, так, чуть попозже. Вот дубайская, не стоя... Блядь, даже... подожди, он мне предлагает там что-то, блядь, быстрее! Быстрее перекупай! Куда бегу, я упал! Блядь, подожди. Вот, 20 сек, давай перекупай, быстро ставь! Быстро, сколько быстро. Она? 12? Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, давай быстрее. 13 давай. Лямов ставь. Быстрее, 13, 13 лямов, быстрее! Е, я перекупил! Перебивай, Алекс. Наебалово, блядь. Олег, сколько денег осталось? Я, правда, еще хотел. 18 лямов еще есть. И машин полная у тебя или нет? Полная, да? Две штуки есть, да, нормально. Не хочешь побольше тебе машины иметь? Не, не хочу, мне хватит и двух. На каких зато машин, блядь? Перекинул ставку? Нет? Нет, нет, конечно. Кто перекинет такую ставку? Все, погнали. Чего, что там? Блядь, дай залезу, я не вижу, что там. Ну, феррарика там, феррарика. Это феррари? Я думал, это Маклар. Феррари, феррари. Нихера, сколько она стоит? На космических бабок стоит, наверное. Подожди, сейчас посмотрю. 12 лямов она стоит. Хочешь оставить или заберешь? Это ее государственное. Давай, слушай, я, пожалуй, эту оставлю себе. Вот оставлю и все. Вот оставил я себе. Все, оставил. Напоследок я себе эту пиратику оставил. Слушай, класс, класс, вообще супер. У меня такие тачки крутые. Я не знал, что так весело в порту. Открывать контейнера. Слушай, предлагаю. Я предлагаю закончить. В следующей серии попробовать открыть антиквариат, посмотреть, что там выпадает. И облагородить дома, покататься на машинах. Ну, в общем, поугарать. В общем, найдем чем заняться. Найдем. Да, все, друзья, на этом мы заканчиваем. Хотите больше серий с контейнерами, ставьте палец вверх, подписывайтесь на каналы. Пока-пока. Пока-пока.